До конца лета остается еще чуть меньше месяца, но у людей, в принципе, время накупаться в водоемах еще есть. Однако в воду не стоит входить абсолютно везде. Вот, например, в Красногвардейском округе есть такая замечательная, в кавычках, территория. Вода грязнючая, страшно на нее смотреть, и пирс разваливается на глазах. Вот, обратите внимание. Впрочем, купаться здесь даже и запрещено, но людей все равно это не останавливает. Тина и мусор. Место явно не оборудовано для отдыха. Для желающих освежиться на входе повесили табличку «Купаться запрещено», но людей это не останавливает. Не является пляжем. Это является для поддержания, чтобы у нас все сточные воды и подземные воды, чтобы не было подъема, то есть для удержания уровня подземных вод. Это технический водоем. Раньше здесь был пляж, а теперь территория находится на балансе ЖКХ округа. На территории установлены камеры. В случае ЧП в местную спасательную службу придет сигнал о происшествии. Но вот информации о том, что это технический водоем, нет ни на картах, ни на самой площадке. Снимали наш контент, видео о пляжном поиске. Приехали люди, кричат, выходите, выгоняют ко мне претензии, вот здесь купаться запрещено, сейчас мы вам там выпишем штраф и все подобное. Значит, начали объяснять, что это вообще водоем принадлежит какой-то там организации, ЖКХ, еще чему-то. Нет никакой информации об этом. То есть я подъехал сюда, просто висит табличка «Купание запрещено» и все. Но как бы я купанием не занимался. В округе действительно негде купаться. Рядом есть река Егорлык, тоже опасный водоем. И несчастный случай в этом году были. Поступил звонок у нас от ЕДДС о том, что молодой человек скрылся под водой, но найти его не могут. Вот мы выдвинулись на место происшествия, спустились 150 метров по течению вниз, и там, получается, на воде увидели белое пятно. Быстренько подвинулись туда и обнаружили тело мальчика. На неблагоустроенных территориях не дежурят спасатели, так что лучше в таких местах ограничиться отдыхом на солнце. Жара, дети, взрослые, ну все люди, все хотят искупаться, а здесь негде искупаться. Никто не хочет здесь заниматься этим. У нас ближайшее, где можно искупаться, это в Ставрополе, на Камсаке. Это на минуточку больше 120 километров ехать. А надеются на то, что безопасные места для купания в Красногвардейском округе все-таки оборудуют Герман Кудеяров и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение.